Мы не могли не ответить взаимностью Норвежскому замку и не приехать сюда, в конце концов, и не сыграть здесь ту музыку, которую когда-то через нас тут попросилась. Поэтому мы снарядили такую доморощенную экспедицию, опять сели на машины, погрузили сюда инструменты, расположились, как тогда, в кружок в строгом соответствии и повторим весь наш опыт двухлетней давности. И, я надеюсь, опять немножко напитаем стены замка теми вибрациями, которые тогда здесь родились. Сегодня с нами будут наши преданные поклонники, и сегодня с нами еще будет замечательный художник. Мы будем играть, он будет писать картину. А в коридоре бродит эхо и пушистый тапочек тень. А у соседа кто-то приехал. Подождем и в постель. Я бы с радостью попробовал дотронуться до холста. Но я признаюсь, у меня нет пока никакой мысли. И я стараюсь таким образом даже не думать про это. Это нужно почувствовать. Придумать, когда зазвучит. Вот я думаю, это эти мгновения или час, или сколько. Это вот не важно, сколько это очень важно для меня персонально. Где-то это все-таки было, или не было, или случилось, или приснилось. То ли это я к тебе приехал, а может быть просто лучше сбылось. Вчера, когда подъезжали, у меня ёкнуло так сильно и мощно, что просто захотелось здесь быть. Музыка появилась. Это самое важное. То есть зачем я ехал? Я думаю, любовь. Все очень сильно поменялось. Ощущение музыки, ощущение жизни поменялось. Музыка, она проявляется, она все время проявляется по-разному. Она диктует какие-то свои правила. Проявляет свои нравность какую-то. Типа Федора. Она может звучать, она может не звучать. Она очень требовательна. Федор и музыка? Конечно, одно и то же. Эта музыка все время разная.
Самок похож на форму пирога. Какую-то форму для пирожных или для кекса. Все то, что приобрелось со временем, отсеклось, и осталось только то, что и было создано в замке. Я получил обновленную возврат в начало, и он диктует свои условия. Программа стала девственная, такая, как была. Подождем. И в постель. Для меня вообще эта история, она про красивую материализацию идей. Когда она возникает, а потом вдруг получается так, как ты даже и не думал, что будет так хорошо, красиво, тепло. И это такое взаимное обогащение людей, концерт, место. Ну, так подняло наши вибрации. И вчера просто было наслаждение ходить, подслушивать, какие темы и с какими просветленными лицами люди разговаривали друг с другом. Вот, та самая роль музыки, которая настраивает, а потом раз, и такой тонкий резонанс. Так, очень здорово. Ну вот уже полгода как проект живет. Он встретился со сценой, его услышали люди. Кто-то его успел полюбить, кого-то он уже успел на что-то вдохновить. Может быть, старшее поколение пережило его по одному, совсем юное поколение его поняло по-другому, и то для меня важно, и для них важно, и для проекта важно. Пока тема живет, ей нужно позволять дальше развиваться, жить. Нужно давать этой музыке право на существование и всеми возможными способами помогать этой теме жить, пока она нужна людям.